Здрасте, билет, пожалуйста. Балам, я вижу тебя через 5 лет. Через 5 лет ты достигнешь своей цели. Ты будешь начальником поезда. Руком бастых полос. А вы откуда знаете? Я магрипа. Я экстрасенс в 7-м поколении. Я все знаю. Слушайте, а я в университет поступлю? Поступишь, бесплатно будешь учиться. На грант поступлю, что ли? Эй, грант по гранту мисмимим блимимен. Бесплатно я твой. Бесплатно, хоть грант хоз? Поступишь. Давайте я помогу, а? Кирикжев, рахмет. Я магрипа. Экстрасенс в 7-м поколении. Я все знаю сама. 28-е место, 7-е купе. Правильно. А я сразу вам не поверил. Запомни, через 5 лет. Я сейчас приду. Через 5 лет начальник поезда, успех, деньги, власть. Асан, где начальник поезда? Скоро, Альбиночка, скоро. Здравствуйте. Что будете заказывать? Бауржан. Извините, бауржанов в меню нет. Это имя твоего будущего мужа, кызым. Бауржан. Откуда вы знаете? Я экстрасенс. Ясновидящая. Я вижу все. Имя твоего будущего мужа. Бауржан. Классно. Зеленый чай. Зеленый чай. А это что за предсказание? Это не предсказание, кызым. Давлением кутырлкетте чайры пеши. Ой, извините, сейчас. Сегодня для вас дана счет. Бауржан. Бауржан. Классно. Это точно? Я знаю все. Потом проверишь. Спасибо, будешь говорить. Бауржан. 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 Вы даже не представляете, кто едет в моем вагоне. Ясновидящая. А вы откуда знаете? Просто мы тоже ясновидящие. Просто она ко мне сегодня приходила. Ну, я тоже ее в коридоре увидел. Вы болеете? Может, воды принести? Ну какая ясновидящая? Ну не бывает их, не бывает. Ты что, издеваешься, что ли? В моем вагоне, 7-м купе, ты что? Асан, я тебе говорю, наукой уже все доказано. Не бывает такого, ну не верю я. Берег, не говори так, еще какая-нибудь порча на тебя упадет. Конечно. Не верю я вашу порчу и в эту вашу экстрасенку. Я ее на чистую воду выведу, вот помяните. Смотрите. Как сказал, так и сделаю. Угу. Странный какой-то. Пойду-ка я к ней схожу и еще что-нибудь о себе узнаю. Знаешь, что нагадала? Что я замуж выйду. Да-да. Болома? А, заходи, заходи. Заходи. Заходи, отец 3 детей. Прикольно. Бала деген всегда прикольно. А можно еще вопрос? Айта бери. Я вот хочу стать начальником поезда. Можно ли как-нибудь ускорить этот путь, понимаете, достижения успеха? Тебе мешает мужик в красной форме. Борзони. Да, да, Борзони. Он реально боится, что ты можешь занять его место. Этот усач меня сразу не полюбил. Я-то что, я умный парень? Да ты что, конечно. Перспективный. Еще какой? Ты 100% успех. И что мне делать? Отпор давай. Давай отпор. Не давай ему проверять себя много раз. Ты просто покажи ему, что ты можешь за себя постоять. Ну! Спасибо. Матышка, жалобался.
О, Илюшка. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, черный чай и пирожок? Можно. С вас 350. Конечно. Сейчас. Так. Опа. Извините, вас Бауржан зовут? Совершенно верно. Здрасте. Здравствуй. Ну, заходи. Присаживайся. Наверное, наслушался обо мне. Анвар. А вы не ясновидящая, вы обычная шарлатанка. Из чего ты это взял? А потому что были бы вы настоящий ясновидящий, вы бы знали, что я не Анвар, а Берег. Ну и что? Все равно тебе никто не поверит. Ясновидящий в седьмом поколении Магрибе. Ну, это мы еще посмотрим. Видеть наперед могут только экстрасенсы. А ты что, экстрасенс, что ли? Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Угу. Стой! Для тебя у меня есть еще одно предсказание. И какая на этот раз ложь? Тебе никто никогда из друзей не поверит. Понял? Но это мы еще посмотрим. Я вас выведу на чистую воду. Посмотрим, посмотрим. Угу. Посмотрим. Экстрасенс. Что вы делаете в моем вагоне? Я начальник поезда. Захожу в вагон, когда посчитаю нужно. Для этого нужна причина. А в моем вагоне все прекрасно. Люди довольны. Вагон чистый. Чайник кипит. Я вижу, что чайник кипит. Сейчас это мы и проверим. А не проверим. Вы своими проверками вот здесь стоите уже. Делайте свою работу. А мою я сделаю сам. Куда? Идиот! Мой вагон там! Обойдите. Красавчик, Асан. Вот так вот и надо работать. Спасибо вам большое. Не за что. Хорошая жена должна уметь наливать чай. В этом вы правы. Хороший у вас поезд. Спасибо. Что-нибудь еще желаете? Нет, спасибо. Бауржан, сколько лет, сколько зим? Как ты? Ничего, нормально, сам. Давно я своего тезку не видел. Да, давно. Все хорошо? Отлично. Тезку? Ты что у меня? Три бауржана получается, что ли? Может пройти? Пожалуйста, пройдите. Ну,
молодой человек. Руку, 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 руку. Я проводник этого вагона. Вы что такое позволяете? Сейчас выйдите, слежим. Так, малыш, выйдите, пожалуйста. В чем дело? Я проводник поезда, быстрее. Что за беспредел? Жесткие беспредельщики, ага. Я жаловаться буду. Если все, вы будете на следующей станции. Давайте, по местам давайте, по вагонам. Зачем пропустили? Здрасте. Спасибо вам. Сегодня ко мне пришел начальник поезда, я ему дал отпор. Я показал ему, что я не мелкая рыбка. Жарайся, Бала. Брак, у тебя на пути есть еще один завистник. Кто это? Его имя начинается на букву «Б». Ну, правильно, начальник поезда Барзони. Жо, он такой же проводник, как и ты. Берег? И я, Берег. От тебя такого не ожидал, Берег. А что мне делать? Мы с ним сегодня весь день будем работать. Ни в коем случае не доверяй ему. Не доверять Берегу, не доверять Берегу. Все, спасибо. Что это такое? Так я не понял, что это сборище-то? По вагону мне давай! Юль, а ты что без настроения? Сегодня это Магрипа Апай сказала, что имя моего будущего мужа Бауржан. И что, тебе конкретно имя Бауржан не нравится или что? Да, нравится. Но я сегодня троих Бауржанов встретила. Кого теперь выбрать? Юль, тут все просто. Кто тебя выберет, того и выбирай. Ты ничего не понимаешь. Не могу же я ранить сердца остальных. Что, обманщицу эту обсуждаете, да? Не обманщица она. Он прав. Она мне сказала, что имя моего будущего мужа – Бауржан. Я сегодня троих встретила. Я уверена, один из них – мой будущий муж. Только этот муж еще сам пока об этом не знает. Да как вы не понимаете? Ну, обманывает она вас. Вот ты умник. Ну, скажи, ну зачем ей врать? Не знаю, но точно узнаю. Вот, Берег, смотрю я на тебя и не понимаю. Вот что ты к ней прицепился? Пусть спокойно себе едет. Как вы не понимаете? Обманывает она вас. И не просто так. Выгода. Ладно, мальчики. Хватит спорить. Пошла я лучше у Магрипы спрошу. Кто из тех троих мой муж? Казым, рассказывай. В общем, проблема у меня, Магрипа Апай. Я сегодня встретила троих Бауржан. Бауржан? Ну да. Вы же сами мне говорили. А, да, 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 да. Ну так вот, их три, и который из них мой, я не знаю. Вы мне хоть как-то поподробнее опишите его, что ли. Подожди, подожди, сейчас. Так. Он высокого роста. У него черные волосы и карие глаза. А самое главное, он влюбился в тебя. С первого взгляда. То есть получается, он уже меня любит? Конечно! Магрипа Апай, спасибо. Это первый Бауржан, которого я встретила. Уверена? По описанию на 100%. Вы профессионал. Я вам верю. Сен бер бақытты болсаңдар. Маған не? Не керек? Сол жетеді маған. Юль, можно чай по-быстрому? Что-то заработалась сегодня. Еще и жидра куда-то пропала. Юля? Юля? Юля, я полюбил тебя с первого взгляда. Я давно хотел сказать тебе это. Юль, налей чай, а? Юля, чай налей, говорю. Ты чего, не слышишь меня? Слушай, извини. Что-то я замечталась. Сейчас. Ну, я и вижу. Ты знаешь, я, наверное, скоро с работы уволюсь. Что, другую нашла? Замуж выхожу. Что? Ты сначала себе парня найди. Нашла. А что ты не рассказывала? Ну-ка, ну-ка, кто? Это предсказательница Магрипа Апай. Предсказала мне, что имя моего будущего мужа – Бауржан. Так вот я сегодня его встретила.
Юля, Юля, на твоем месте я бы всяким предсказательницам не верила бы. Так и скажи, Альбина, что завидуешь? Я завидую? Больно надо. Ладно, пойду работать. Иди, работай. Чё, опять с проверочкой? Чё за тон? Чё за тон? А я знаю, почему меня так часто проверяете. Да потому что ты косячник. Дело не в этом. Дело в том, что вы меня боитесь. Боитесь, что я займу ваше место и стану начальником поезда? Да ладно. Да ладно, ты что, больной, что ли? Берег где? А Берег работает и правильно делает. Слышь, что-то ты перегрелся. Ты давай отоспись, а Берег пускай за тебя поработает. Потом после работы зайди ко мне. Личный разговор есть. Давай, давай. Ти. Привет, Бауржан. Здравствуйте. Давайте уже на «ты». Я думаю, нам пора перейти на новый уровень отношений. Что? Ты так мило прикидываешься. Не скрывай своих чувств. Ненормальная, что ли? Пойду-ка я лучше к себе. Ну? Что говорит? Что-то я ничего не поняла. Он сказал, что пойдет к себе в купе. Ага. Ну так, он хочет побыть с тобой наедине. Я даже не знаю, в каком купе он едет. Ну, Юль, вот зачем тебе я? Скажи мне, а? 12-й вагон, 14-е купе. Пойду схожу. Сходи. Подожди. Как я выгляжу? Добрый день, проводник, да? Да. Я знаю, у вас тут есть свободное место. Нет, вагон полный едет. А, понял, ставку набиваешь. Какую еще ставку? Вот тебе 3000 тенге, и я еду. Нет, хотите проехать? Пройдите на кассу вокзала, покупайте билет, все по правилам. В этом-то и проблема. На кассе билет стоит 5000 тенге. Я тебе даю 3000 и еду. И я сэкономил, и ты в плюсе. И тем более я смотрел в интернете, что 28-е место свободно. У нас тут все занято. И даже 28-е место. Так бы и сказал, что другого зайца взял. 28-е место. Точно, Магрипа Апай! Да-да-да, Бахтияр Антонович, приветствую вас. Все отлично в этом же направлении. Спасибо, спасибо, спасибо. Ага, все хорошо. Ну, как дела у вас там, а? Хотел как раз пойти проверить. Слушай, это Асан у вас подозрительный в последнее время, не кажется? Кажется. И мне кажется, что я даже нашел причину. Ага. Все дело в этой ясновидящей, она им голову вскружила. Ясновидящая? Угу. А что, это смысл ей это делать? Мне кажется, она безбилетница. Без билета? Угу. Зайцем? Угу. Ну, пойдем. Сейчас устроим им битву экстрасенсов. Сейчас вид у нее не такой, какой-то я вижу. Ну, ты хитрец. Не захотел при всех разговаривать, да? Давай поговорим здесь, наедине. Бауржан, я не поняла. Это кто такая еще, а? Вообще-то, я его будущая жена. Дианым! Я сам не понимаю, в чем дело. Еще с вагона ресторана ко мне начала приставать. Странная такая. Так, значит, моего мужа, да, к себе хочешь, да? Я тебе покажу, каково это мужей отбивать. Че, Берег? Маска слетела? Стуканул? Нажаловался? Молодец.
А ты знаешь, я рад, что ты определился. Магрипа Апай говорила, будь осторожнее. А ты знаешь, что это твоя Магрипа Апай? Безбилетница! Какая безбилетница? Ты чё? А вот это мы сейчас проверим. Проверьте, проверьте. Подвинься, начальник поезда идет. Угу. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Разноглазая вы наша. Предъявите ваш билет, пожалуйста. Подожди, подожди. Подожди, подожди. Я кое-что вижу. Я знаю, чем занимается сейчас твой сын. Хорош мне зубы заговаривать. Нет у меня сына. Покажите ваш билет. А у меня его нет. О! Ну, а! А хотите, я вам сейчас кое-что предскажу? Попробуй. Вот смотрите. Не лопни. О, Берег, зови Алмаза. Сейчас эта колдунья здесь на станции выйдет. Высадить ее. А? Если я вылетаю на этой станции с этого поезда, ты вылетаешь с этой работы. Понял? Шок-ш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 ок. Мелкокалиберный борзони. Борзот. О! Ну что? Ну? Хочешь, тебе предскажу? А? Работаешь в следующий месяц без премиальных. Понял? А? Как? Чтоб тебе пусто было! Чтоб тебе пусто было! Понял? Это я тебе предсказываю. Вылечу я. Ты вылечишь со своей работы. Увидишь! Увидишь! Да, гражданочка, проходим со мной. Поезд куда вас уже остановился. Куда ты меня тащишь? Чтоб вам всем пусто было. Сейчас мы с вами в участке поговорим. Чтоб вам всем пусто было. Проходите. Чтоб вам всем пусто было. И тебе, и тебе. Чтоб пройдемте, вас ревизоры проверками замучили. Поняли, да? Понял? Чего ты стоишь и улыбаешься, а? Борзони, что ты улыбаешься, а, Борзони? Ты не женатый, у тебя никогда не будет жены. И работу ты потеряешь. Изыди! Сам изыди, все. Так, гражданка, ну-ка пройдем. Гражданка, пройдемте со мной. Я тебе говорю. Не надо здесь пугать никого. Ладно, успокойтесь. Я тебе все покажу. Отпусти меня. Гражданка, вы что себе позволяете? Я тебе сказал, сама пойду. Отдайте. Отдайте. Возьми, на, на. Берег, прости нас, ну, реально были неправы. Да, Берег, ты был прав, извини. Да ладно, ну, со всеми бывает. Нет, вот мне интересно, как ты все узнал? И она как узнала о нас все? Здрасте, билет, пожалуйста. Балан, я вижу тебя через 5 лет. Через 5 лет ты достигнешь своей цели. Ты будешь начальником поезда. Жгом бастых полос. Здравствуйте. Что будете заказывать? Бауша. Ну, знаете, на самом деле Магрипа очень сильная женщина. Она смогла найти подход к каждому из вас. Это говорит о том, что она очень сильный психолог. Эх, если бы люди могли все свои лучшие качества направлять в нужном направлении, все бы играло по-другому. Спасибо тебе, Ирина. Не за что. Просто помните, то, что все в наших руках. Никто не знает о том, что будет завтра. Мы сами кузнецы своего счастья. Вот все, абсолютно все в этом мире здесь. У нас в руках. Я виновата. Нет, вы что? Меня, кстати, Бауржан зовут.
Бауржан? Бауржан. А я Юля. Юля? Очень приятно. Как же я рада вас встретить. Правда? Угу. Ну, привет, Бауржан.